оператор станков с программным управлением. Это специальность, которая берет свое начало от профессии токарь. Если все операции токарь выполняет вручную, то оператор станков с программным управлением контролирует и корректирует процесс работы при помощи специальной программы, а также управляет процессом обработки деталей любой сложности. Эта профессия имеет высокий уровень востребованности на рынке труда и широкий круг применения на предприятиях – коммунальных, строительных, монтажных, ремонтных и других работах. Поэтому у операторов станков с программным управлением не возникает проблем с трудоустройством. Преимущество этой профессии – высокий уровень дохода.